А вы, легонеры, с вами Назар, мы продолжаем играть за Аврелиана в Рим 2 Total War. Слушайте, да тут наши щемят Пальмиру? Это Египет все это сделал? Да, это все Египет. А как? Египет, поделись секретом. Научи меня. Я даже не обращал внимания, знаете, думал тут то наши, то наших имеют. А тут Пальмира что-то так вас соснула. По конкретному. Слушайте, нам мне надо вот это отбивать. Вот этот город, чтобы Египет его не забрал случайно. А то это наша, ну, это самая провинция. Капец. Я немножко офигел, ребятки. Ну тут да, тут Ишка, она по-идиотски действует. То есть Пальмира взяла все свои армии и повела на Малую Азию. При этом оставила Сирию, вот Палестину, полностью на отъедение Египту. Египет там шел и себе брал провинцию за провинцией. Им было пофиг. Не встречали какого-то сопротивления. Так, этот свалил. Ну и хорошо. Колхида. Армения Колхида. Ага. Наверное, Колхида просто стала сатрапией или там протекторатом. Человек в доспехах, часть вторая. Я помню, что протянул меч слуге рядом, а затем повернулся к лежащему на земле иллирийцу. Ты храбрец, раз не потерялся. Я раз не побоялся сойти с бою со своим императором, сказал я. Но тебе еще предстоит научиться владеть мечом, и начать я советую прямо сейчас. Затем я ушел, пока солдат пытался подняться на ноги. Авторитет плюс один. Видите? Не надо быть жестоким. Жестокость — это удел слабых. Пока нельзя. Восьмой ранг. Ну, пусть будет вот это убийство. Ох, тут еле-еле жива та армия. Красава. Красава. Обычный режим. И пошел на нападение. У них, я думаю, уже сейчас будут проблемы с продовольствием. Кстати, а как поменять полководца для армии? Как его вот тут заменить? А, тут просто нанять можно. Взять... Взять нельзя. Ну, возможно. Возможно и так. Что это за хрень? А, это жильна у него такая. А, тут плюс 2 заход, тут минус 2 заход. Ну, блин, офигенный правитель, конечно. Ну, ладно, пусть будет хотя бы так. Так, еды. Еды, оставляем его без еды. Потихонечку. Так, рынки можно развивать. Можно. Тут тоже торговля. Тут такая торговая пробка. И чё, эти отступили? Но у меня тут вот отсюда идет армия. Да, надо выбирать отсюда свою. Основную. Императорскую. Так. Продолжаем еду вкачивать и вкачиваем вот это. Тут бы что-то на порядок. А, денег у меня уже нету. Круто.
Ай, блин, не дашь ты мне захватить, да? А если я вот так сделаю, а? Нравится? Мудила. Так, секундочку. Я таймер не поставил. Все, поставил. Так. Вот эту еще мудилу надо. Да чё за... Бесишь. Блин, ну чё они убегают? Я не понимаю. Дайте мне сразиться. Я хочу проиграть. Ну и куда он ушел? Сюда не пошел. Хрен его знает. Так, перестроить нет денег. Тут на порядок вот эта фигня идет. Плюс 6. Тут типа баблишка идет. Ну это получше, тут и порядок. Ну, конечно, денег меньше. Но мы в других городах будем строить. Так. О, кстати. Вот тут, смотрите, у меня такой есть уже город. Как где? Вот здесь, Сысция. Я пошел дом мастера щитов. А тут я пойду на дом мастера. Городок вот кузница, да? Да. Я пошел по этому пути, а теперь пойду сюда. И у меня будет оружие прокачиваться. О, круто. Только деньжат надо собрать. Я даже сейчас сразу возьму. Но, правда, там я могу и потерять этот город. А, 1900. Сейчас. Деньги потом. Там пусть сельхозхозяйство развивается. А теперь мы пойдем вот по этому пути. Эту хрень. Я думаю, мы снесем. У нас вот тут будет такой наемный. Наемная точка, где будем нанимать. А тут что-то такое построим. Так. Потом надо вот сюда будет пойти. Тут надо улучшать, так как рядом где-то есть армия вражеская. Ладно, тут вставай пока на подготовку. Так, у нас денег все равно нету. Меня тут убить, конечно, могут. Почему нельзя? Короче, их распускаю. Главное, что он не взял мне город. Так, а порядок продолжает падать. Из-за того ивента, из-за того восстания, события. Ну ладно, пока есть тут запас. Так, здесь... С тобой, мудила. Нанять кого-то нельзя. Так, разве что вигила. Ну ты отступил, да? Ну, по идее, должно мне хватить этих войск. А давайте вступим на поле боя. Посмотрим. Ну тут такое, видите, просто... Ну... Показано, что я должен побеждать, но мне что-то кажется, что не так-то просто. У него есть как его там, конница, колесница, во, колесница. У него есть много стрелков, стрелки, хотя нет, немного, но два отряда есть. Смотрим, как оно будет. И у него есть эти пикинеры. Вот что страшно, то что у них есть. Что не в битву. Так. Я вот конницу и пикинеров боюсь. Ну, пикинеры, зачем их назвали пикинерами?
фаланга скорее, чем пикинёры. Так, пока мои там дойдут. Ждем. Он еще их не видит. Можно было бы, конечно, зайти с фланга. Слушайте, если мы так сделаем. Интересно, увидит, перестроится. Вот это было бы сюрприз, конечно. А. Я, конечно, пошел по самому краю леса. Конница тут будет, они начнут пристраиваться, мы конницей зайдем вот тут с тыла. Теперь в атаку. Наша засада обнаружена. Опа, не ждали. Ну это нам, конечно, не дает никакого преимущества. Они, пока мы зайдем, они перестроятся. Ну, чисто так. Конница сюда пока, чтобы стрелки. Надо было ее сразу пускать вперед. Давай, брось пилмы. Пилмы есть, красава. Так. Вносим волнение в их ряды. Вы не знаете, что делать, да? Не-не-не-не, ты вот этих. Ты вот этих заразбирайся с этими ребятами. Сюда. Вы не идите, не идите. Пикинёров надо с двух сторон брать. В оборот. А ты вот сюда, 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 сюда. Ой, я еще этих не добил. Там пикинеры пусть себе ходят, бегают. Так, этих разобрались. Разбираемся с этими. Сейчас добьем вот этих ребят. Ну, убегайте. Второе дыхание направлено на то, чтобы немного снизить его усталость. Ну, знаю, вот тут. И теперь вот так, закрывай коробочку. Так, добили. Атакуй, атакуй, чё стоишь-то? Добили, хорошо. Сейчас мы будем их разводить. А теперь пошли сюда. Пока они обернулись задом к нам. А, не нравится? Не нравится? Такие, а, что делать? Чего они так быстро? Не, ну все, все, норм. И теперь взад удар. Где? Не, смотрите, они как-то развернулись.
Jupiter gives us strength. Так, этим конец, этим конец. Так, подходи сюда. Закрываем вражеского генерала. Жаль, у меня стрелков нету, я бы ими расстрелял, пока там было сражение. Ну, все тут просто вот так делается, да и все. Ой, ну вот это, конечно, так выглядит по-идиотски. Ну, не... вот наши с копьями конница убивают этих коней, да и все. Не, вы его увольните. Чтобы он не отступил. Хотя я думаю, он не отступит. Ну, так, на всякий случай. Нет, он отступит, потому что наши пока дойдут, пока то. Пока туда, пока сюда. Ну, нормально, еще и качнулись. Я, наверное, сразу эту армию направлю на остров Крит. Даже. Ну, Малую Азию, получается, даже не надо войска отправлять. Там разобрались наши египтяне. Единственное, то, что там есть всякие Армении. Наконец-то добили. Добили эту армию, которая тут нас терроризировала постоянно. Я даже их отпущу в знак радости. Так, наемников, наверное, распустим. А ты как, тебе уж чтобы сюда дойти? Ага, ты вот тут сможешь выйти. Нет, нет денежки. Зря я это сделал, надо было лучше нанять. Нигде туалеты не строятся, чтобы отменить. Не. Так, значит, ты идешь сюда теперь. Он, наверное, уже задолбался. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. То тут ты нужен, то там нужен, то тут, то там. Так, тут просто этот разберется с дикарями. Ты стоишь. Ты стоишь. Пойдешь вон туда. Угу. Угу. Ты только пришел. Ты возьмешь тут, возможно, пойдешь сюда.
Вроде бы все сделал пропуск. Что-то еды не хватает. Лету. Fine goods would be welcomed in Rome. Trade would see us all. Давай. Еще один триумф. Ну да, это этот полководец, он много чего сделал для нашего, для нашей страны. Улучшаем вот этих ребят и вперед. Вау. А почему так? А ну у него, кстати, больше войск. Ладно, я отойду. Не понял. Ну он типа в защите стоит, да? Из-за этого, что ли? Ну, я бы не сказал, что у него прям такие супер войска. Лучше, ну что, лучше, чем у меня. Ой, я не знаю, почему так. Так, посмотри, что у нас здесь. Достанет. Просто, чтобы не взяли алиманы. Конечно же, не достанет. Куда-то. Куда-то. Ладно. Да, еды что-то мало, я не знаю почему. Что случилось? Так, ты парень. Подойди сюда. Чуть-чуть осталось. Разоход плюс 2 только. Почему еды не стало? Куда она подевалась? М? Вот тут нам бы было лучше вот это ставить. Тут доход от земледелия идет. Но, правда, пища минус 1. А может, того пищи нету, потому что я много всего всякого строю, которое как раз таки и требует этой пищи. Серьезно? Тоже не достал? Без комментариев. Это постоянно мажет. Эти постоянно не могут там достать. Ну почему этот постоянно может попадать по врагу, а она не может? Она через раз как-то. Так, ну ты, понятное дело, не достанешь. Но все равно иди. Вот можно было, наверное, и вот этой армии это сделать. Но вот эта армия у нас пойдет уже... куда ее отправить? В Африку, что ли?
знает. Куда ее отправить-то? Так, ну тут ставим на ускоренный. Вот тут я хотел высадиться. Если будет здесь какая-то армия, мы попросту сделаем. Так, пища 1, пища плюс 2. Пусть будет это. Мы просто наймем наемников. Это все. Что у нас здесь происходит? Ничего не происходит. Пища минус 1. Пока ничего не трогаем. Мне интересно, что здесь происходит. Минус 2, да? Культура. Ну, растет. Растет она медленно, из-за, наверное, из-за вот этой мудилки. Дева воина. Тихо, хрен его знает. Убийство. Ну, я что-то не вижу, чтобы она насаждала культуру. 10%, 15%. Да нет, дорого как-то. Короче, стой пока так. Так. Раздание, что там? Доход, конечно, повышается, но. Ладно, тут пока ничего не трогаем. Так, Корья. Корея. Это что? Ага, это здесь. Не знаю. И Генуе надо что-то построить, чтобы здесь трущобы не появились. Что Генуе построим? Наверное, торговлю будем развивать здесь. Тут оно идет на... Доход от... Тут на производство, кстати, идет... И на исследование. Может, наукой тут нас заняться. Короче, пока пусть будет это. И пусть будет священная земля, наверное. Но правда, тут, видите, тут беспорядки идут. За них христианские культы. Но тут дают плюс 2 порядка. Или вот сюда пойти. А если пойти тут и пойти в науку? То пищу забирает. Блин, все забирает пищу. Ладно, пусть будет пока это. Ну тут тоже, наверное, не особо стоит строить. Но будем строить. Так, Рим. Рим у нас будет сельскохозяйственным региончиком. Пусть тут чуть-чуть будет. Тут не трогаем, ибо вообще непонятно, сможем ли удержать. Тут тоже на сельское хозяйство. Ага, тут пошло... А, нет, тут какой-то... А, это, ну правильно, да. Это главный город. Тут сельское хозяйство не будем развивать. Понятное дело. Ну и все, деньги закончились. Еда тоже потихонечку идет в минус. Но ничего, у нас тут скоро вот построятся. Через 2 хода они будут давать плюс 7. Сейчас они дают поскольку? Плюс 4, тут будет плюс 7. То есть 2 плюс 3... Это у нас получается плюс 6. Тут денег не хватит. Но ты все равно подойди. Угу. Угу. Все. Сходом.
Видите, они как-то берут город за городом, они ну, будто бы не замечают других войск, нападают что-то. Просто идут вперед, вперед и вперед, и все. Город за городом. Странно это. Да, ага, на Генуе у нас идет армия большая, кстати. Надо поотменять там, видимо, строительство. Скорее всего, что я ее потеряю. Ну куда ты прешь? Ой, саду он взял. Угу. Пасха. Прикольно. А, и тут идет. Ах ты твою мать. А, кстати, Лимана уже походу не стало. Ясно. Значит, не надо это захватывать. Просто вернемся на этот город, станем. Ты давай подрывную деятельность. О, это сам император. Уху-ху-ху. Это сам император. Нифига себе. В броне какие-то стрелки. Хм. Ох, тут армия дикая на нас прет. Будем пока защищаться. Так, ну построил я вот эту хрень и могу типа улучшить. Да, оружие второго уровня, круто. Круто, 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 круто. Беру, 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 хочу, хочу, хочу. Улучшаем пока вот эту армию. 200. Даже на... Или хватило. Мне вот хватило. Так, Генуя, 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 Генуя. Ходик, 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 ходик. Эта армия где-то здесь стоит. Я не знаю, успеет, не успеет. Построить. Ну, уже бы, знаете, уже бы построилась. Ай, ладно, отменю. Уже бы построилась. Даже если бы он взял, я бы потом себе вернул. Так. Так, 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 так. Промазал. Ну хоть раз. А хотя денег тут или у меня есть? А, я правильно, я поотменял там задание. Последняя армия узурпатора. Римляна. Произошло? Почему я сел на корабле? Почему я отсюда? Что? Что такое? Это не то, что я хотел. Это не то, что я хотел. Ладно, хрен с ним. Значит, эта армия идет сюда. Дальность перемещения и боевой дух. Так, затем эта армия захватит последний город этой фракции, а вот эти ребята пусть уже отчаливают и пусть они идут на Гальский Рим. А, типа он так быстрее что ли перейдет? Серьезно? По морю не быстрее, не? Мне что-то казалось по морю быстрее. А не, не, видите, тут уже на второй ход сюда дойдет. А так он только на второй ход по морю вот сюда. Да, так быстрее. Это, ну, эта армия последняя не сможет, наверное, захватить.
Так, и чё тут? Тут нам нужен... Тут нам нужен соглядатай, чтобы травил врага. Ну и что, он так будем сидеть, да? Смотреть друг на друга. Чуть-чуть улучшим. Мне, наверное, вот эти нумидийцы не особо хорошо справляются. Так, весь север захвачен, кстати. Но у меня армии нет. Я тут должен сидеть, иначе этот возьмет. Или оставить Карфаген, просто пойти взять тут с тыла. Вот так. Ну, типа аж сюда дойдет. И потом возвращаться. Тут и так никого нету. Да, наверное, так будем делать. Я просто хочу, чтобы этот регион был в моей власти. Так что пока мы отходим. Все под контролем. Не волнуйся. Все под контролем. Куда угодно просто иди. Тут никого нету, хорошо. Да где угодно, просто высадись. Тут нужно поменять, все по-другому поставить вот эту хрень. Так, денег опять нету, да? Угу. Ну почему мне не хватает хода? Постоянно. Так, ты просто иди в разведку, чтобы я видел, что тут происходит. Так, на следующий ход появится еда. Угу. Тут у нас что? Плюс 2, с налогами даже. О, круто. Хорошо. Римская власть восстанавливается. Ладно, ребята, на этом будем, наверное, что завершать эту серию. Или... А давайте еще ходик. А еще ходик. Не будем завершать. Тут что-то скачет туда-сюда. Армения там неплохо так разрослась. Да, Карфаген потерян. Хотя он вроде стал на осаду. Кстати, тоже крутая армия вот эта идет. Да, не зря я тут отменил. Но у меня Италия не прикрыта. Ну, правда, туда, конечно, движется император. Но пока он туда дойдет... Ну и мы еще вот Милан захватить, короче, у него тут есть заданий полно. Уже пошли трущобы, да? И чё? Так и будешь стоять вот тут. Кстати, у него второй уровень все вот. Но тут везде все легионеры. Да, он пол отряда только смог убить. Но мне страшно. Но это уже будет следующий. Ну, блин, тут еще и полководец у меня тоже не особо. Третий уровень. Не особо хороший. Это уже, наверное, будет в следующей серии. Попробуем сразиться. Много.
Многие желают переменить мир, остаться в памяти человеческой. Но лишь сильнейшие становятся бессмертными. Все, разобрались. Наконец-то. Наконец-то. Блять, ты еще будешь от меня убегать? Прими смерть храбро. Так. Ну это крутой полководец, но что-то чувствую, что он долго не проживет. Что-то я это чувствую. Качаем на ранг. Так, и вы опять куда-то ушел, что ли? А тут стояла армия. Ты иди сюда. Иди вот так. Тут стой. Восстановись, а потом пойдем сюда. Так, и вот этих ребят тоже улучшим. Хотя бы. В смысле, что тут не можешь высадиться? Ой, блин. Туда-сюда. А на море можно нанять? Нет, нельзя. Наемников. Вот сейчас было бы неплохо на него атаковать. А может так и сделать. Ну, этот, походу, возьмет быстрее, чем я. Да, мне опять не хватит чуть-чуть. Или пойти, может он отступит. Тут есть такая штука, называется скоординировать действия. Нумидия. Вот сюда. Я хочу, чтобы ты шла сюда, и чтобы ты вот тут сидел, вот тут на юге и все. Чтобы дальше ты не лезла. Be welcome. Может он туда и пойдет, а? Я буду пробовать. Пустынные ветра. Будем пробовать. Так, не-не-не. Этого мы потом переставим. Вы все, короче, идите сюда. Так, жрачки нету. Жрачку надо восстанавливать. И... А, тут есть... Что, ну, доход от земледелия. Ну, тут, короче, вот это будем развивать. Кварталы моряков. Тут вы пищу забираете. Ага. Ну, короче, на корабле. Я кораблями не пользуюсь и пользоваться не буду. Можно вот эту хрень построить. Либо вот этого мужичка. Давайте мужичка построим. Вот там на налоги. Разбойники сокращают. Так. Быстренько сюда. Пошуршал. Тут идет вверх. А че она ко мне приблизилась? Че тебе надо, тетка? Ну все, пища по идее должна идти вверх. Смотрим, как оно будет.
Рим. Вечный Рим. Ну, здесь, наверное, в следующей серии попробуем напасть. Попробуем. Проиграем, то проиграем. Ничего страшного. Тут войска улучшены. Нормально. Мы еще его немножко коцнули. Нормально. Можно еще... А, не, денег нету. Еще собрать не получится. Так, тут эти воюют. Ладно, ребята, на этом все. В следующей серии мы уже продолжим. Добьем, наконец-то, я думаю, Роксоланов. И попробуем сразиться против Гальского императора. А на этом все. Благодарю за внимание. С вами был Назар. Всем пока.